70-й раз Тобольск встречал участников традиционной лыжной гонки. Побороться за победу приехали более 200 спортсменов из Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов. Теплая погода не стала помехой. Лыжня из-за плюсовой температуры не испортилась. Снег, конечно, мокроватый, но лыжи едут. В принципе, погода хорошая. Погода хорошая, да, тепло, не холодно, это самое главное. Лыжи едут, лыжи катят. Мы сегодня от этой гонки постараемся все взять, чтобы максимально выложиться, постараться. Конечно, ну, в 15 хотелось бы попасть, но это как бы вообще очень-очень нам хотелось бы. Соревнования проходили среди спортсменов двух возрастных категорий – от 17 лет и старше. Лыжники преодолевали дистанции 5 и 10 километров классическим стилем и свободным. Эти соревнования дают возможность показать себя, на что мы готовы на сегодняшний день. На лыжах с самого садика, 6 лет уже занимаюсь. Сколько? Уже 10-й год пошел, как я в лыжах, а на всероссийских уже 4-й раз. Для тюменских спортсменов соревнования проходят еще и в рамках чемпионата и первенства Тюменской области по лыжным гонкам. Город Тобольск – это вообще очень знаменитый город, да, когда хочется сюда приезжать. И здесь очень большие, хорошие традиции. Лыжная гонка зародилась в Тобольске еще в 1953 году. Начиналась она с небольшой, когда выходила на старт всего до 30-40 человек. Но с годами она набирала свои обороты. Тобольская гонка имеет статус всероссийских соревнований. У спортсменов есть возможность завоевать медали и выполнить нормативы мастера спорта, после чего попасть на мировую спортивную арену. В Тюменской области есть свои олимпийские чемпионы, да? То есть это и Спецов Денис, и Татьяна Сорина, чего не было долгое время. Это все стало как раз возможно благодаря тому, что есть такие гонки, есть развитие территории, а значит, есть развитие области и развитие лыжного спорта в целом в Российской Федерации. По итогам юбилейной гонки на дистанции 10 километров среди мужчин первым стал Арсений Даниленко из Тюмени. На этой же дистанции среди юношей победу одержал тюменец Александр Дельцов. Среди женщин 5 километров быстрее всех пробежала Ева Гладких из Тюмени. Самой быстрой девушкой оказалась Виктория Итаума из Тюмени. Наталья Китова, Рустам Розиев, Тобольское время.